Розовый лотос? Я представляла его иначе. Стоят, что не меньше двух целей. Одна на складе, одна... Слышь, дамочка, ты кто такая? Какого? Ты попала! Ты опоздала, Фрейзер! Я тоже тебя рада! Проклятье! Они перебили первый отряд! Это как понимать? Я-то думала, ты профи. Да расслабься ты. Дольше проживешь. Расслабься? Я Сава месяц выслеживала. Он же совершенно непредсказуем. Еще один вояка мается без войны. Ты просто его не знаешь. Он постоянно меняет диспозицию и маршруты. И мы не можем так глупо рисковать. Мы? Внесем-ка ясность, это мое дело. Хочешь в долю? Играй по моим правилам. Что скажешь? Тот, что с бородой. Вот и умница. Красивый. Нравятся психопаты? Кто без греха? Где их штаб? Верхний этаж, балкон. Ладно. К делу. У меня был надежный маршрут по улицам, но теперь нас уже ищут. Что предлагаешь? Что-нибудь придумаю. Давай, я тебя подсажу. Вот видишь. Спасибо. За мной. Не все так плохо. Теперь что? Терпение. Нам сюда. Правда? Правда. Осторожней тут. Уверен, что безопасно? Неа. Идем сюда. Так мы удаляемся от логова Осава. Мы пойдем длинным путем. Так вот почему ты опоздал. Кобра один, кобра пять, прием. Принято, кобра один. Розовому лотосу. У нас движение, прием. Хорошая работа. Ну, куда теперь? Наверх?
осмотрюсь. Подожди. Что ж, она вполне достойна своей репутации. Наверху в хижине есть ящик. Да? Сейчас вернусь. Извиняюсь. Давай больше не будем трогать ящики. Ладно, договорились. Тебе не нужен картридж для принтера? Всегда болтаешь на работе. Ага. Мигом управлюсь. Ну или так. Ищем диск. Премного благодарна. Глядим в оба, да? Да. Боже, тут хлама, как в антикварной лавке. Он время не терял. Сколько все это стоит? Хватило прокормить целую толпу повстанцев. Разрушитель и преобразователь. Тебе-то какая печаль? Все это принадлежит индейскому народу. Это не моя война.
Такое не пропустишь. И слоновая кость. Чтоб тебя. Богиня богатства. Это я возьму. Фрейзер. Угу. Смотри. О, интересно. Заперт. Ничего. Что за карта? Западные Гаты. Территория Хейсалы. Черт. Ничего. Все-таки это не новость. Черт. Не вышло. Ах! Нужна помощь. Не. Черт! Может взять коробку и смыться? А вдруг она пустая? Осторожно. Красивый. Ищите, она где-то здесь. Сюда! Черт, уходим. Надин Росс. Приятный сюрприз. Осторожно, братья. У тигрицы есть когти. Асаф? Сколько лет? А ты все так же юна. Ну, спасибо. Работу ищешь? Ну, после смены руководства в твоей компании... Временная заминка. Все поправимо. Конечно, конечно. Но жаль. Нам очень нужен человек твоего калибра. Зачем ты здесь? Это ведь совсем не твой профиль. Коллекция неплоха, скажу прямо. Хлоя Фрейзер. Спец по древностям.
Воровка. Работаешь на воровку? Сэр, там происшествие. Сэр, розовый лодок. Что? Кто-то перебил весь отряд. Прием. Сейчас буду. Диск. А, ну да, диск-то. Вначале я приняла тебя за обычного повстанца. А. Но тебе удалось найти Хайсальскую империю. Неплохо. Но главную реликвию, Бивень Ганеши, найти посложнее. Что ты делаешь? Три вторжения персов, три разных войны, и за все эти годы его так и не нашли. Ну, идем. Блефуешь. Единственная надежда хоть сузить круг поисков, призвать на помощь кого-то, кто способен раскусить артефакт. Того, кто много знает о хайсальской культуре. Именно. Эксперта по хайсальской истории. Я беру недорого. Паразитку, которая хочет нажиться на нашей борьбе за идею. Это отказ? Он не хочет. Ты смелая. Хвалю. Но таких экспертов с меня хватит. В реку их. Пристрелите в воду. Незачем. Сами выпрыгнем. За ними! Это сейчас было. Грубо, но эффективно. Ты собиралась меня сдать? А я думала, ты профи. Это называется импровизация. Это еще как понимать. Ты позволила Осаву застать нас врасплох. Стоят ли такие услуги половинной доли? Так и знала. Ты хотела меня сдать. Да, горбатого могила исправит. Ты меня вообще не знаешь. Предупреждаю. Те, кто меня предают, платят жизнью. Вот река. Надеюсь, твой человек на месте. Черт! Пора уходить! Ты меня не уйдешь!
Сколько там еще? Еще час. Пока все по графику. Хорошо. Бивень Ганеши. Он же погибель хайсальской столицы. Глянь на него. Как успехи? Потихоньку. У нас каждая секунда на счету. Ты все напрягаешься из-за его дутого эксперта? Ха, не парься. Асаф либо уже в гатах, либо у нас на хвосте. И у него есть оружие, транспорт, сотни бойцов и... Говорю же, не парься. Это похоже на ключ. Может. Ну-ка. Так. Трезубец. Оружие Ганеши. Лук со стрелой. Пара шурамы. А топор? Это дар Шивы. Великая битва. Что? Битва, в которой Ганеша лишился бивня. Если мы найдем эти символы, найдем и бивень. Неплохо, Фрейзер. Да, ну. Скажи спасибо моему папе, он увлекался мифами. Тебе пригодилось. Он должен тобой гордиться. Солнце почти взошло. Пойду собираться. Молодец. Усилий, чтобы уладить спор. Для спокойствия моей души. Ну, красиво. Вот. Странно-то. Прости, что сомневалась, Хлоя. Это Хайсала? Хайсала. Эта постройка древняя, так что мы явно на верном пути. Что? Подозрительно. Тебе все подозрительно. Нет. Мы прошли почти сотню миль, и ни следа Асава. Ну и хорошо. Может, застанем их врасплох. Это вряд ли. Я ищу бивень, а ты Асава. Как скажешь. Встречаемся у машины. Ага. Какой пейзаж. И я цела, спасибо. Поехали. Так. Еще внизу? Ага. И еще тут. Я так уточняю.
Ну, давай руку. Я сама. Хорошо. Хочешь, поведу? Не, я не против. Я против. Мне нужен контроль. Давай просто насладимся моментом. Есть глупый вопрос. Ну, не томи. С чего ты взяла, что Бивень еще там? Иначе он бы уже всплыл в каком-нибудь музее. А я даже ни разу не слышала о хойсельских выставках. Я и о Хойселе не слышала до этого заказа. Ну, в этом виноват их последний король. Молодой, безрассудный. Так хотел похвастаться богатством своей империи. Отстроил новую столицу, чтобы хранить там Бивень. А потом навлек на себя перца. И нас. Да, теперь и нас. Эй, смотри, толпа фламинго. Видишь, где проехать? Ищу. Ух ты! Освежает. Спасибо! А предупредить? Да брось, весело же. Ну, приятно ведь побыть на природе. Вдали от города. Тут тихо. Часто здесь бываешь? Вообще-то, нет. Стой! Надо же! Хойсельские руины. Через ворота проедем. Сейчас посмотрим. Древние столицы. Что тут? Халибиду и Белур. Я думала, это Ганеша и Шива. А, надо же, ты запомнила. Ганеша, покровитель Халибиду, более новый. Хойсельской столицы. Шива – покровитель старой столицы, Белура. Ну, красиво сделано. Как укрепление гроша не стоит. Кварталы скульпторов, судя по всему. Мы еще на окраине. Не знала, что ты археолог. Ну, не я, а папа мой. Ну, а я просто воровка. Эй. В машине есть лебедка? Вроде да. О, класс. С воротами разберемся быстро. Ты хочешь просто их выдрать? Ну да. Или динамит есть? Дело твое. Видимо, нету. Должно давай, сработать. Фрейзер, уходи из засады! Черт! Прячься! Ну, спасибо, Рон! Ну, все чисто. О чем мы там? Ты хотела разобраться с воротами. Тут, ворота. И поехали. Чего притихла? У меня просто летишь. Я как-то ожидала от тебя более бережного отношения к древним руинам. Сантименты в нашей профессии смертельно опасны. Большие летучие грызуны. Ну, вообще-то нет. Ну да. Ближе к приматам или лемурам. Хорошо, я поищу. Другое дело. Сделано.
Асаф. Глазастая. Черт. С ним целый батальон. Внутри может быть еще больше. А мне даже лестно, что он нас так боится. Надо попасть внутрь. Ты сбавь обороты. Сначала надо с этими разобраться. Есть идеи? Да. А то...